Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания «Крафмонтаж» и я, Мороз Алексей. Мы на очередной серии «Монтаж натуральной керамической черепицы на объекте». Маурлат. В нашем случае брус 150 на 50. Самая важная часть в кровле – это маурлат. Что это такое? Это связующее звено стен вашего дома с будущей кровлей. Он крепится жестко либо на шпильках, либо анкерными болтами. Мы будем крепить анкерными болтами. Маурлат обязательно нужно крепить на прочную основу. Должен быть либо армопояс, либо сплошной кирпич, как в нашем случае. Вы можете видеть, здесь были зияющие дыры. Наша компания уже заложила кирпичами эти отверстия. Надо обязательно стелить, подкладывать рубероид, чтобы древесину от инородного материала отделял рубероид. Вот такими анкерными болтами, плюс шайба и гайка, мы будем крепить наш маурлат к стене. Как будем монтировать, сейчас вы увидите. Закрепили маурлат. На углу формируется выемка для связки, для прочности. Мы делали обзор работ, которые нужно нам сделать. Вы можете увидеть изменения, которые произошли. Мы сделали из бруса 150 на 150, условно назовем это корыца, перегородки зимнего сада. Здесь будет смотровая площадка, и от этого места уже будет возвышаться стеклопакеты и стеклянная крыша. Наши стропила приходят до границы этого перестенка. Здесь мы джутовую прокладку делали и крепили 300 гвоздями между собой. Эта конструкция довольно-таки прочная по своей структуре и надежная. Для устойчивости мы наваривали на металлоконструкцию уголки усиленные. Нижний венец сажали на саморезы. Теперь о стропильной конструкции. Стены зимнего сада появились. Второй точкой для стропил будет контур самой крыши. Здесь будет натуральная черепица керамическая. А этот материал имеет приличный вес. Черепица наслаивается друг на друга. Принято решение использовать помассивнее балки. Здесь я использую 100 на 200. С междурядьем 58 сантиметров, чтобы туда входил с натягом утеплитель. Делаем паз, чтобы стропилина не просто в наклад забивалась, а чтобы еще лежала, и она уже будет жестко крепиться здесь уголками. Второе крепление будет на маурлате. Двойной запил под стропила, чтобы не сбивать ряд кирпича, жестко крепится к маурлату. Еще одним из важнейших элементов стропильной системы является коньковая балка или вальмовая. Мы ставили 100 на 200, стропилы приходят с двух сторон. Сопряжение стропила и коньковой балки. Жестко крепим металлическими уголками. Вынос у нас еще не отрегулирован. Планируется вынос крыши 60-50 сантиметров на подшивку свесов кровли. Увеличится фасад, как я в предыдущей серии говорил, за счет природного камня песчаника. По шнурке край кровли будем равнять, а лобовую доску горизонтально и вертикально. Это мы покажем в следующей серии. Кровля должна быть выровнена идеально. Все стропила сделаны у нас по шнурке, отрегулированы. Если одна балка чуть выше стоит или наоборот провал в кровле буквально сантиметровый, двухсантиметровый, это уже будет на солнце оттенять, видно, что кровля неровная.
Все-то нормально, да есть проблемы серьезные. Двухтавр болгаркой не возьмем. А вот этот двухтавр? Нужно обрезать ниже дерева. То есть этот металл нужно утеплить, чтобы он не конденсировал внутри. Болгаркой вы, конечно, замахаетесь пилить, но это не проблема. Нужно резак, автоген. Надо звонить одному хорошему знакомому. Привет, слушай, нужна твоя срочная помощь обрезать металлические балочки. Когда, где и сколько? Химки, приезжай срочно, договоримся. 40 минут. 40 минут, давай, жду. Почему Саня, бы? Он безбашенный вообще. Здорово. Привет. Че с рукой? Давай. Сеня, береги руку. Спасибо за экстренную помощь. Выручил. Воздвигаем дымоход из бутового кирпича или чернового под штукатурку. Наши специалисты компании «Крухмонтаж» кирпичом выкладывают дымоход. Стоит такая задача. Саня, а ну дай я положу кирпич, буду каменщиком. Честно говорю, никогда не клал, но попробовать никогда не поздно. И с торца чуть-чуть, да, вот так? Во, ребята, все в жизни приходится делать. Вот. Мы можем и кирпичи ложить. Увеличиваем дымоход из кирпича. Наша задача вывести его выше конька, по правилам. Нарастили вентиляционную трубу из пластика и предусмотрели вытяжку в санузле. Здесь на третьем этаже будет санузел. Сделали вон переходник, чтобы тянуло. Ладно, ребят, не буду вас отвлекать. Мне заказчик не говорил, но я предусмотрел, что если есть санузел, обязательно должна быть вытяжка, правильно? Я сам лично этот момент проконтролировал и вставил вставку в дымоход, чтобы следующие отделочники после нас не испытывали проблем, куда убрать влагу, предусмотрел этот момент, как сделали предыдущие люди. Я уже сказал клиенту, что если бы он вовремя с ними не распрощался, то когда он включил бы коммуникации, отопление в доме, мансардная кровля обязательно засопливалась бы, появился бы конденсат. Сейчас я вам покажу. Компания «Крухмонтаж» сняла участок кровли, фанеру, подкладочный ковер для КТ-пала и оголились недостатки. Там мы еще не трогали, какие-то разорванный тавик, и он вообще кончается. Дальше он по скату не идет. Это все уже было накрыто фанерой. Это вообще пароизоляция, это не гидроизоляция. И они решили не заморачиваться, прям сверху накрыли этот участок. До стропила не дотянуто, видите, открытые участки утеплителя, что неизбежно повлечет теплопотери и появление конденсата. Неправильно сделан пирог, продых, контрабрешетка и так далее. Напоминаю, что компания «Крухмонтаж» проводит конкурс с розыгрышем призов профессиональной экипировки инструмента. Любой может принять участие в этом конкурсе. Ссылка будет под этим видео. Подытожим вторую серию нашей стройки. Движемся мы в графике.
работы с небольшим опережением даже выполняются. Это, в принципе, из-за того, что погода пока нам благоприятствует. Заморозки пока не наступили. Компания «Крупномонтаж» всегда открыто показывает все виды работ, которые производят. Рады слышать аргументированную критику. Надеюсь, наше видео было вам интересно, полезным. С вами был Мороз Алексей, компания «Крупномонтаж». Пока!